Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Спартак, и добро пожаловать в новостной эпизод от 12.06.2014. Что ж, как в предыдущем ролике я говорил, очень скоро будет этот эпизод, и вот он. Что ж, данный новостной эпизод будет посвящен в основном двум новостям. Одна из них не очень такая хорошая, другая, может быть, кому-то понравится. Итак, что же, давайте по порядку. Первая новость на сегодня это то, что... Это же не знаю, как это сказать. В общем, по поводу Майнкрафта, да? Майнкрафт будет, но не сейчас. Почему? Потому что... Почему? Ну, я уже объяснял, почему в эпизоде с CSGO. В общем, время у меня есть играть, да? То есть многие могут заметить, я там играю в Dota, я играю в Counter-Strike, я играю в GTA-шку, там еще всякие игры разные. Но нету времени в каком плане? Нету времени в том смысле, чтобы все обдумать, потому что у меня на сервере висит огромный проект, который называется «Квартал». Вот, который выглядит следующим образом, для тех, кто не знает. Его на роликах не было на канале. И вот необходимо дальше думать, дальше придумывать и много времени тратить на стройку. То есть надо посидеть там минимум за один заход. Я обычно вот захожу там, чтобы вот такую штучку построить. Вот эти вот раз домик, два домик. Это где-то ушло там 3 часа, допустим, да. Про эти небоскребы я вообще молчу. То есть они очень много времени занимают и... В общем, такого объемного времени, чтобы прям вот сесть, и желание, в принципе, тоже, чтобы вот так вот сесть фундаментально и засесть в Майнкрафт, пока что нету. Поэтому и видеороликов пока что нету. Возвращаться в Каркасон просто, что попало, делать я не хочу, потому что в этом нету никакого смысла. Видео получится какие-то никакие, потому что, в принципе, у меня основной проект этот, и в Майнкрафте, в принципе, мысли об этом проекте и все идеи пока что, и ничего я дома не собираюсь делать, и поэтому, ну, не вижу смысла пока что такой ерундой заниматься, если честно. И вот, когда уже, может быть, там сессию, вот тогда мы что-то придумаем, может быть, какие-то там таймлапсы позаписываем, ну, что-то в этом роде, но... Тогда уже Майнкрафт выйдет. У нас, кстати, еще планируется тоже этот хардкор. Я не знаю, там когда, правда, у всех сессия, кто-то хочет, и в принципе я хочу, но все понимают, что надо там готовиться, например, хочется отвлечься, но надо готовиться, там еще что-то. И в общем, хардкор мы тоже никак не проведем. В общем, это была первая новость касательно Майнкрафта. Вторая новость будет посвящена любителям доты и особенно фанам украинского языка. Если у нас такие, конечно же, есть, но я думаю, в принципе, со середины лета обязательно наберется. У нас пара десяточков, я надеюсь, таких зрителей. Что ж, давайте приступим к этой новости. Она заключается в том, что я решил... попробовать себя в роли комментатора на The International 2014. Ну, просто так, по фану. Будем смотреть игры и комментировать. И комментировать я буду на украинском языке, поскольку, в принципе, на русском языке комментаторов будет очень много, они будут очень, ну, качественные и так дальше. И, то есть, смысл комментировать на русском я абсолютно не вижу. Вообще нет никакого смысла, я считаю. Ну, по-моему, лучше прийти на качественный стрим русского комментатора, там, Вилата, Каспера, кто там будет какую игру комментировать, и посмотреть это там, нежели, допустим, вот смотреть там всяких аматоров типа меня. Но, с другой стороны, если кто хочет посмотреть International на украинском языке, то как бы добро пожаловать на этот канал, когда будет проходить непосредственно International, вот. Так будет выглядеть название. Естественно, оно может у меня еще некоторое время будет меняться, потому что до International еще далеко, но все же. Я думаю, это будет. И, в принципе, думаю, своих любителей мы найдем. И кое-кому, может быть, даже будет интересно. Так что время есть подготовиться у меня. У вас время есть
подождать, рассказать об этой новости своим друзьям, которые, может быть, тоже захотят посмотреть, послушать этот International на украинском языке. Ну и, в принципе, это все, конечно, вот такая вот новость. А может быть, кстати, в качестве репетиции у меня будет еще пару каких-то серий, там какие-то, может быть, игры будут на украинском еще. Потому что когда-то вот у меня было Майнкрафт, я пару раз записывал серии на украинском, и, в принципе, видео пользовалось спросом, кое-кому даже нравилось. Так что я думаю, что и здесь мы тоже, в принципе, будем в таком неплохом состоянии. Так что ждите, я сам тоже жду, мне очень интересно, как это все будет, насколько это все будет получаться. Ну, естественно, если кто, у кого будет сразу вопрос, насколько часто и все ли игры я буду комментировать, естественно, не все те, которые будут интересны мне в первую очередь, которые я захочу посмотреть. Ну и где у меня будет время, потому что, сами понимаете, это лето, хочется отдыхать и не хочется весь день сидеть за компом. Ну и к тому же, я думаю, что я просто не смогу комментировать больше, чем 2-3 игры подряд. Два в ряд, да, как это будет в русской озвучке Доты. Но не знаю, посмотрим. Посмотрим, пока что же давайте проведем небольшое такое голосование прямо здесь, на этом видео. В чем оно будет заключаться? Оно будет заключаться в том, что те, кому нравится эта идея, те, кому нравится, вы поставьте лайк. То есть поставьте лайк и ничего страшного, спасибо вам за это. Те, кому эта идея не нравится, если вдруг у нас есть хейтеры, поставьте дизлайк, просто я буду знать, сколько у нас появится, допустим, хейтеров после такого. Ну, те, кто нейтральный, естественно, ничего не ставьте, уж так и быть. Для вас кнопочки, к сожалению, нету. Ну, что ж, я не знаю, я надеюсь, в принципе, кое-кому это понравится. Надеюсь. Ладно, что ж, на этом пока что все. Ждите следующих роликов вот так вот на протяжении. Не будут рандомно выскакивать. То есть я никаких графиков не обещаю вообще. Я вообще планирую от этих графиков отказаться, потому что это очень сложно, это выматывает, выдушивает и просто выжимает все соки и отбивает всякое желание потом стримить, комментировать и что-либо делать. А вот так, когда вот появилось желание, записал себе, так, ну, так знаете, вроде бы как только есть свободная минутка, сразу и хочется записать. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и всем пока.